Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Лучок! 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 Король говорит, а ты в усик не дуешь. Как ты смеешь слово «государя» мимо ушей пропускать? Какое бесстыдство! Какая дерзость! Получше, что у меня прошивец. Ну вот, мысль потерял. О чем это я? Что-то важное хотел сказать. Да. О вторжении, ваше величество. Да-да. Точно. Ну вот, придется начать сначала. Впредь не смей отвлекаться. Иначе жди серьезных последствий. Но я, государь, милостливый. Оставим распри в прошлом. На время. Какая щедрость! Как няшно с вашей стороны! Помни, ты избранный овощ. Твой долг защищать нас. Полно тебе, лучок. Надеюсь, ты не ждал, что я, великий король, отправлюсь в твое маленькое путешествие. У меня полно дел. Я не просто так назначил нашу аудиенцию. Враг наступает, лучок. Неумолимо приближается к нашему фруктово-овощному королевству. Разведчик это подтвердил. Армия сласти уже на пороге нашего дома. Они беспощадны и вернулись одному господину. Говорят, этот правитель самой щади ада. Великий король! Красаль! Что такое? Что? Красоль? Не знаю, кем он себя возомнил, но пора его остановить. Любой ценой! Если ты хочешь пожертвовать собой ради блага королевства, я не против. Вперед с песней! Ты войдешь в историю, как мой скромный помощник. О чем еще можно мечтать? Ты меня понял, надеюсь? Что ж, спешу откланяться. Меня ждет аппетитный виноград, который так и просится быть съеденным. Вот покажу всем, кто в королевстве хозяин. Ступай. Спаси мое королевство. О, чуть не забыл. Какой же я растяпа. Пока будешь спасать королевство, заодно поищи мою дочь, принцессу Капустку. Слыхала, она пропала вот уже как месяц, наверное. Я выразил ей свое возмущение в письме. Передай его Капустке, когда найдешь ее. Письмо Брокколи. Так, где мой виноградик? С глаз моих долой! Пока-пока! Пока-пока-пока! Почему не так-то? Понял. Блин, всю красоту уровню я не увидел. Я так на работу иду. Плоховато прошли, конечно. Доп режимы — это режимы, с помощью которых можно сделать игру еще интереснее. Активируйте их на своих любимых уровнях, чтобы повысить сложность.
Осенние поля. Вся игра так выглядит будет? Вроде да. На помощь! А, это ты? Я надеялся на кого-то получше, но и ты сойдешь. Помоги мне, приятель. Какое-то чудо-юдо летает вокруг моего дома. Я обычно очень смел, но в этот раз даже мне стало страшно. Вообще-то тоже плачут. Я испугался и убежал, не завершив важные дела. Когда моя жена вернется из города, она будет в гневе. Батюшки! В доме полный бардак! Я забыл запереть входную дверь. И на кухне не убрано. Дверь холодильника не закрыта. Плиту забыл выключить. Святые сорняки, я не опустил стульчак! И грязные носки лежат возле корзины для белья, а не внутри. Больше ничего не припомню. Ёлки-иголки! Забыл смыть в туалете! Жена меня убьет. Дети совсем перестанут меня уважать. Они и так думают, что я безнадежен. Это станет последней каплей. Ну же, дружище, протяни старику-фермеру руку помощи. Поможешь избавиться от летающего чудища? Так хочу вернуться домой. Никогда не сомневался в тебе. Спрячусь-ка я в кустах, не буду мешать тебе. Спасибо, увидимся. Ах да, на твоем месте я бы держался подальше от уборной. А смыть? Ну ладно, мне надо смывать, видимо. Мне только избавиться от летающего чудовища, правильно? Сражайтесь с врагами, преграждающими вам путь. Ноль здоровья, конец игры. Каждый вас комбо восстанавливается одну очку здоровья. Ноты уклонения. Вы теряете одну очку здоровья, если пропускаете их. Пиу-пиу-пиу. Шоколадка! Шоколадку побили. Забывает, что не на пробелы назад нужно нажимать. Может, чат куда-то перенести? Под вебку, например. Это может мешать, не? Лучше? Теперь вы можете изменять внешний вид лучка в меню костюма и разблокируйте больше костюмов, чтобы расширить его гардероб. И зеленый костюм. За звездочки. А, музыка. Нихуя себе. Нихуя себе. Ну я не знаю, я теперь не лучок вовсе, я кот. Hello, neighbor. Нет, мы будем за лучка играть. Кот это, конечно, прикольно, но извините меня.
предысторию. Знаете, как Лучок стал верным рыцарем короля Брокколи. Это потом. Она коротенькая вообще. Я как будто за один стрим можно бахнуть. Эй, ты! То есть, приветствую! Говорит король Брокколи. Ты уже спас королевство. Да. Хе-хе-хе-хе. Прекрасненько. Чую, ты на верном пути. У меня нюх на такие вещи. Я ведь король. Все знают, короли видят будущее. Некоторые считают такую способность жуткой. Хватит бездельничать, вперед в путь. Что-что, капустка? А, точно, моя дочь. Что ж, приятно было поболтать. До связи. Эй, ты! Да, да, ты. Пойди сюда. Нихуя. С кем это ты базарил? Точняк. Чувак, с кем языком чешем? Не советую идти в ту сторону. Там же зловещий особняк. Точняк, это дом графа Лисичкина. Он настоящий зануда. Нудный-принудный. Однажды он сказал мне анекдот. Баян-бабаян. Однажды показал мне видосик. Скучный-прискучный. Скукота. Точняк. А что это ты забыл в нашем лесу? Зачем пришел? Король Красль, значит. Первый раз слышу. Принцесса Капустка. Кажется, она пошла к графу Лисичкину. Ой, не граф Лисичкин, а граф Анюшкин. Однажды он подарил мне цветы. Мило с его стороны. Мило, но он все равно зануда. Вот бы мне кто подарил цветы. О-о-о, король Красль. Босс отморозков, которые недавно здесь были. Так и есть. Кажется, о нем говорила и принцесса Капустка. Эй, чувак. А ты ничего так? Хочешь в нашу банду? Мы принимаем только грибы, но ради тебя сделаем исключение. Будет круто делать крутые дела. Круто, правда? Что скажешь? Да. Ребята, да он повелся. Купился, дурачина. Купился, простофиля. Вали отсюда. Меня не взяли в грибную банду. Ти-ди-дун-ти-ди-дун. Сука.
Пиздец. Так, не затроллили. Такая забавная мини-игра. Трон-трон-трон-трон-трон-трон-трон-трон. Зловещий особняк. Глупый смертный! Кто посмел вторгнуться в мою обитель? Вот как. Избранный овощ Лучок. Стоит похвалить твое упорство. Но пути вперед нет. Ибо я, великий граф Лисичкин, положу конец твоему геройству раз и навсегда. Сопротивление бесполезно. Ты уже проиграл, горе луковое. Если хочешь жить, приходи в мой кабинет. Серьезно. Пожалуйста, проходи. Дверь открыта. Трун-трун-трун-трун-трун-трун-трун. Некоторых врагов нужно побеждать с помощью завершающих приемов. Когда настанет момент, быстро нажимайте кнопки влево и вправо, чтобы получить дополнительные очки. Окей. Коридор Фландерса. Музыка зачетная такая, приятная. Я завосянил. Решил чат почитать. Кресло само по себе ездит. Как будто это то, что нам нужно было, честно говоря. Над завершающим еще надо поработать. Оружие бейсбольная бита. Давайте поставим.
подземелье особняка. Я солгал, что я в кабинете. В кабинете меня нет. Как легко тебя обмануть, глупыш. Не печалься, дорогой лучок. Я подскажу, как меня найти. Сперва встань на потайной люк слева от тебя. Важно, чтобы ты встал именно на это место. Иначе ты не услышишь мою подсказку. Акустика в этой комнате отвратительна. Готов услышать подсказку? Нет. Прости, дам тебе минутку. Не спеши. А теперь готов к подсказке? Нет. Прости. Дам тебе минутку, не спеши. Ну еще постоим немножко. Да нет, пока еще нет. Ну ладно, не буду. Не буду торопиться. Ну ладно, все, думаю, готов. Должен признаться, подсказки у меня нет. Приятно провести время в подземелье. Ничего себе, он и правда повелся. Горе луковое. Хе. Блин, перевод очень хорош. Луковое. Смешная игра. Ловушки. Один раз за уровень можно активировать сладкую лихорадку. Во время сладкой лихорадки каждая нота дает плюс 400 очков. Ее можно нажать любой кнопкой. Также вы восстановите здоровье до максимума. Активируйте, когда дело плохо или чтобы набрать еще больше очков. Лоты на ушки, ловушки, не нажимайте их. Окей. Бля, тороплюсь. А, бомбу вообще ни в каком варианте нельзя нажимать. Я думаю, если активирую суперсилу, то можно... Ой, бля. Ладно. Как проходит, так и проходим. Бессмер заебал, дед. Не поймал ритм вайбик. Ну, такой трючок, конечно. Не самый крутой. Красный костюм. Граф Лисичкин. А, перчики — это сложность, да, типа уровня.
Прошу, присаживайся. Я ждал тебя. Молодец, ловко ты выбрался из подземелья. Я знаю, зачем ты пришел, Лучок. Чтобы стать моим самым лучшим другом на свете, верно? Я польщен. С радостью приму твое предложение. Так случилось, что эта вакансия не была занята. Никогда. Ты ведь за этим пришел? Да. Правда? Как же я рад, словами не передать. Пойду за вкусненьким. Есть у меня один видосик, какой смешной, посмотрим вместе. Погоди. Решил пошутить надо мной? Нет. Решил разыграть меня? Нет. Решил прикольнуться надо мной? Нет. Как я могу тебе поверить? Твои чувства не расранили. Грибы могут быть жестокими. А еще я знаю настоящую цель твоего визита. Ты просто хочешь узнать, где принцесса и король Красаль. Тебе плевать на меня. Хорошо, я скажу, где их найти, если победишь меня. Но если выиграю я, ты станешь моим другом. Мы будем смеяться и весело проводить время. И мы обязательно посмотрим все 410 серий папиных дочек. Дважды! Пуговка такая милашка! Готов плясать? Некродансер. А я думаю, на самом деле, это не перевод. Тайни Билджи — это отечественные чуваки. Скорее всего, они в разработке принимали участие. А не только как издатель. Надо посмотреть просто, что в Steam пишут. Вау, клин. Я про бомбу забыл, сука. Можно было бомбу завести, тогда бы счет был еще тоже на максимальное количество звездочек. Эх. Ачик-ачик-ачик, буранья, дари-дари. Я знаю, что ты не любишь на такие темы говорить. На, пожалуйста, сделай в этот раз исключение, сформулируй плюсы и преимущества анального соития с женщиной по сравнению с классическим вагинальным сексом. Да я думаю, на самом деле тебе и мужчины подойдут, дружище. Можешь попробовать, потом и нам всем тоже расскажешь, как оно. Давайте возьмем костюм котика. Ты сильнее, чем кажешься. То есть, проклятие! Снова провал! Эти движения!
Неплохо. Хорошо, твоя взяла. Как и обещала, скажу, где принцесса Капустка. Слушай внимательно, повторяться не буду. Готов? До меня дошли неприятные слухи о твоей рассеянности, поэтому хочу убедиться, что ты меня слушаешь. Говорить? Итак, принцесса. Мы говорим принцессе Капустке, верно? Всего лишь уточняю. Принцесса. По правде говоря, я не знаю, где принцесса. Видел ее где-то месяц назад, но она лишь проходила мимо. Она ненавидит меня. Что же касается короля Красаля, он твой заклятый враг, верно? Никогда его не видел. Но знаешь что? Наверное, кексы в моем особняке из его банды. Я позволил им остаться здесь, просто так. Послушай, Лучок, несомненно, ты меня победил. Но граф Лисичка никогда не сдается. What the fuck? Граф Мышичкин. Ха-ха-ха, буду биться до последнего вздоха. Что такое? Что это ты делаешь? Так и знал. Ты вправду хочешь быть моим лучшим-прилучшим другом. Что ж, не судьба, лузер, я отсюда уношу ноги. До нескорой встречи, болван. Чем взываешься? Ну, граф Лисичкин пока что мой любимый персонаж. Хотя грибы тоже ничего такие. Угадай, с кем говоришь. Ну уже, не стесняйся. Какой же ты скучный. Хорошо, дам подсказку. Я не король Брокколь. Умно придумал, правда? Серьезно, это король Брокколь. Как обстоят дела? Все хорошо? Нет. Боже, Лучок. Ты такой нервный. Ладно, забудем. Помнишь, я говорил, что могу предсказывать будущее? Это не шутка. Пока мы говорим, у меня появилось видение. Да, теперь мне все ясно. Надеюсь, ты прихватил солнцезащитный крем, потому что будущее обещает задать жару. Также вижу что-то связанное с волшебными бобами, но об этом позже. Забудь. Этого разговора между нами не было. Ха, ты только погляди на время. Говоря о времени, мне его совсем мало. Уж точно не хватит на тебя. Пока. Поэтому у него нет друзей. Реально. Я котик. Нет! Ну все, пизда. Там бы бомбу заюзать.
Прикольный уровень. Джазовые джунгли. Чем больше, тем лучше. Вы разблокировали первый бонусный уровень. Соберите больше звезд и разблокируйте их все. Бонусные уровни, левел 27. Тут еще реиграбельность, да, есть некоторые. Фруктопия. Фруктопия. Добро пожаловать во Фруктопию, дорогой гость. Самое сладкое место во фруктовом овощном королевстве. Блин, я умею как персонаж из Animal Crossing говорить, но я забыл, как это делать. Потом вспомню, покажу вам. И пусть никто не говорит, что это ложь. Для меня всегда в радость видеть новых посетителей в нашем скромном райском уголке. Кажется, ты парень неплохой. Держи небольшой подарок. Миленький напиток. Как тут день? Как тут день? Все хорошо? Нет. Печально слышать. Ничего, иногда можно и погрустить. Давай поднимем тебе настроение. Я проведу для тебя экскурсию. А Фруктопии сладостей просто не счесть. Тебе точно понравится. Пойдем, друг. Чем можно заняться во Фруктопии? Как тебе такая идея? Можно искупаться в сочных джакузи. Освежает. И хорошо для здоровья. Можно заняться спортом. Физические упражнения полезны. Можно позагорать на пляже. С недостатком витамина D шутки плохи. Теперь, когда ты познакомился с нашим прекрасным городком, давай вспомним его историю. Посмотри на этот клёвый фонтанчик с апельсиновым соком. Давным-давно несколько апельсинов выжили досуха, чтобы наполнить его. Какая прекрасная жертва. Как видишь, Фруктопия – самое лучшее место на Земле. Не правда ли? Что? Наверное, у каждого есть право на свое мнение. О чем это я? Фруктопия – настоящий рай. Но здесь очень весело. Тебе тоже понравится. Все счастливы. Каждый день. Прекрасно, да? О, нет. Началось. Ржание лошадей. Блять. Пиздец! Охуеть, какая сложная игра стала. We'll be right back.
Я не успеваю. Ты не бывает вообще пиздец. Пора бэби-мод подрубать. Я боюсь дальше играть, что дальше-то будет. Осу спин. Я вот тут не понимаю, что делать. Там какой-то паттерн надо выучить просто. Не чувствую ритм. Кое-как котик добрался до конца. Пурпурный костюм. Пора поменять костюм. Окей, это то же самое по сложности. Бля, это даже не близко в фулл перчики, какой ужас. Лучше бы новую механику интегрировали. Есть некто по имени Лучок. Похоже, это ты. Следуй за мной. Кое-кто хочет поболтать с тобой. Здоров, дружбан. Эй, релакс, май френд. Выслушай меня, братан. Хочу сказать тебе кое-что важное. Я тот самый разведчик короля Брокколя. Двойной агент, то бишь. Я в этом спец. Только никому не растрезвонь. Не сердись на меня за все эти разрушения. Я лишь попал между болтом и наковальней. Невинность — мое второе имя. Послушай, чувак. Внутри меня есть портал, который перенесет тебя в королевство сласти. Вот почему имбирные пряники так легко устроили засаду во Фруктопии. Еще есть суперсекретный сундук с сокровищами, в нем можно найти улетное снаряжение. Серьезно, братан, пойдем. Прыгай мне прямо в пасть, чувак. Будет круто. Обещаю. Отомсти за жителей Фруктопии. Или что ты там хочешь. Спокойной ночи, Ромер. 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 Хе-хе-хе.
Пизда. Ну, вообще, этот уровень был попроще, чем предыдущий. Фабрика сласти. Аппетитно. Слышал хорошую новость, Лучок. Птичка мне напела, что ты уже в королевстве сласти. Птичка в данном случае моя волшебная суперсила. Отлично. На время твоего прошлого визита в мой замок я спрятал на тебе маленькую камеру. Так я смог легко отслеживать твои действия. Да-да, знаю. Право на неприкосновенность, частная жизнь и все такое. Смирись с этим. Кстати, перестань ковыряться в носу, когда никто не смотрит. Противно ведь. Разведчик наш, к слову, очень подозрителен. Боюсь, об заклад он пытался съесть тебя. Хорошо, что ты на вкус, как козявка. Кстати, это король Брокколь. Погоди, что-то вижу. Кажется, очередное предсказание. О, нет. Пропало. Ничего не увидел. Случается со всеми. Похоже, тебе придется справляться самому. Так же ты проживешь... Как же ты проживешь без моей помощи? Одиноко, одинокий, одиночка. Бедняга, Лучок. Было бы неплохо получить намек, куда направиться прямо сейчас. Не клади трубку! Мне скучно. Ой, что это я себе возомнил? Так получилось, что сейчас я могу поболтать только с тобой. Все другие заняты важными делами, иначе бы я с тобой не церемонился. Никакой симпатии я к тебе не питаю. Не. Еще бы, ты ведь глупый вонючка. Зачем я, собственно, трачу на тебя время? У меня есть дела поважнее. Виноградик сам себя не съест. Иди спасай мое королевство. И отащи мою дочь. Ладно. Потопали.
Этот уровень еще проще. Просто опять не заюзал суперсилу там, где стоило бы. Пам-пам. Хотя у них у всех троих типа одинаковая сложность, но вот это, по-моему, самый сложный был. Дальше типа сложнее будет. Терминатор. Нарушитель, нарушитель. Обнаружен избранный овощ. Активация систем защиты. Босфайтик. Применение токсичного газа. Пол теперь лава. Портал в преисподнюю открыт. Тысячи кровожадных демонов выпущены. Шучу, шучу. Системы защиты готовы. Как же лучок флексит. Активация режима боя. Чем угол поменяли? Блин, нахуя угол поменяли камеры? Очень неудобно. Пиздец.
Вот и вернулась сложность. Чтобы сожрать два ночи, да, после такого спать хочется. Только чуть. Торгали к ней? Игра на прохождение ритм. Сюжет очень смешной подается. Персонаж классный. Обнаружена неисправность. Сканирую. Сканирую. Ошибка системы. Запуск отладки системы. Протокол отладки не обнаружен. Ошибка. Ошибка. Святые леденцы. Больно мне, больно. Прекрати. Короче, мы по итогу по одному разу вышли с Нойкой, но больно жопа очень. Красавчики. Ой, то есть всех монстров, которых мы убивали до этого, делала она, получается? Да. Оружие сабля. Ой, сахарный переулок, это зачилочная будет. Давайте. Хотя, может, какая-то новая механика появится. Да нет. Напиздели. Бля, ебать. У меня пальцы болят уже. Тут с одним паттерном все, конечно. Его очень удобно прожимать.
Я не успеваю, типа... Когда их много подряд идет. Один раз такое прожать могу, а вот без остановок нет. Если под ритм... Если под ритм попасть, то, наверное, в принципе, возможно, но да, надо тренить. Очков много дали внезапно. Может, на геймпаде это было бы удобнее прожимать? ХЗ, может быть... Лифт превосходства. За что? Ты убил мою семью и моих друзей. Никогда тебя не прощу. Я в шоке. Эй, Шока, а где все? Нет! Убивец! Зачем губишь всех нас? Тебе это в радость? Да. У меня... Нет слов. Я Шоко в настоящем шоке. Не знаю, чего я ожидал. Беру свои слова назад. Больше вопросов нет. Покончим же с этим. Избавь меня от мук. Мне уже все равно. Знаешь что? Почему тебе заодно не убить и короля Краселя? Он вон там в башне. Уверен, тебе не составит труда разобраться с ним. Работенка как раз для такого профессионала, как ты. Я смирился со своей участью. Не тяни. Я готов. Я... жив. И что теперь? Шока потеряла всякое подобие нормальной жизни после трагедии в Сахарном переулке. Воспоминания о том судьбоносном дне будут преследовать его долгие годы во время скитаний по земле в поисках смысла жизни. Воспоминания Шока, глава 4, трагедия. Ха-х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 а